Соня не может ходить из-за чего? Из-за того, что травма позвоночника у нее произошла. И передвигается она теперь только вот таким вот способом. Хвост начал работать, и сейчас Ирина постоянно каждый день делает ей вот такие вот упражнения массажа, чтобы ножки опять заработали. То есть вот в такое вот состояние она превратилась, если можно это так назвать, из-за того, что долго не чувствовала задние конечности и ползала вот именно таким вот образом. Сейчас мы стараемся все это вернуть на место. Нельзя, отлично. Девочка, все. Ну, в коробке кошка. Вот, а Соня очень любит эту кошку. Очень-очень любит. Да. Просто кошка не понимает, что Соня ее любит, и все. Так, ну мы начинаем всегда с разогрева лапок. Сначала нам нужно все это разогреть. Да, Сонечка. Да, ложись, моя хорошая девочка. А хвостик как виляет, замечательно просто. Да, она мне даже помогает делать массаж. Когда я начинаю пальчики массировать, она языком их подлизывает. Да, Соня молодец. Сонечка, моя хорошая девочка. Да. Ну, надежда есть, потому что хвост начал хорошо работать. Ну, конечно, надежда всегда есть. Будем посмотреть. Я надеюсь, что... О, как работает, как пропеллер крутит. Будьте здрасте. Да, умничка. Сейчас мы все разогреем, разотрем. И потом будем уже с суставчиками работать. Тебе как, хорошо? Хорошо, Соня? Соня хорошая девочка, молодец, хорошая. Да. Ножки надо разрабатывать. Она у нас немножечко толстоватенькая. Для таксов вообще очень страшно. У них вот физиологический позвоночник длинный. Угу. Поэтому, конечно, с позвонками проблемы. А тут еще лишний вес, нагрузка такая. Вот у них появляются всякие дископатии, артрозы, артриты. И, соответственно, отказывают задние лапочки наши. Ну, тут палка о двух концах, что сразу массаж не получалось сделать, лишний раз ее шевелить. Да, тем более, что... Что да. Травма позвоночника у нее все-таки... Конечно. Позвоночник сошелся, а лапа окаменели. Соня. А, Соня. Сейчас будем лапочки, вот она мне так помогает пальчики мусюкать свои. Ну, двигается, слушай, уже гораздо лучше. Сонечка, давай. Вот ее там котик, ей так нравится, она все хочет до него добраться. Мы поделаем массажик, потом отдадим тебе котика, не переживай. Детей обманывать нехорошо. Да-да-да. Сонечка, ложись. Ир, а ты сейчас покажи, на какой, до какой степени гнется лапа. Ну, то есть, так, на сколько это. Так, подержи ее, пожалуйста. Да, чуть-чуть не, она было. Лежит сама. На каком уровне? Так, вот. Сейчас у нее напряжено, сейчас мы расслабим немножечко мышцу. То есть, вот этот вот сустав, он практически не гнется, правильно? О, да о, ничего себе, у вас дела пошли. Это уже хорошо, слушай. Да, сначала она я понял. Не гнулась. Форсировать не будем просто, я понял. Но это уже прогресс на самом деле, я хочу сказать. Все, маха, все. Для тебя. Ну все, переборщили чуть-чуть. Все, Соня, все. Не, зайка, все, хорошо. Это она так разговаривает. Это она все, разговаривает все. Так. Да. Все. Ну мы чуть-чуть показали, да. Нет, больше. Все, больше не будем смотреть. Сейчас мы все потихонечку форсируем. И потом уже будем делать. Да. Кошке ей определенно нравится. Ребята, ну я вам хочу сказать, что кошку я вам не отдам точно. Ладно, я пошутил. Соня, я пошутил. Все, делай массаж. Сонечка,
Сонечка, ложись, ложись, моя девочка. Так, стоп. Извиняюсь. Так, а сейчас можно попробовать резко убрать руку из-под нее? Оп! Секунда она стояла, я сам лично видел, процесс пошел. И так потихонечку, потихонечку она, я думаю, начнет ходить потихоньку. Все отлично, Соня молодец, Соня умница, да хорошая девочка. Хвостиком виляет, ну хвостом уже виляет от переду до заду, да мельтешит этим хвостом так, что уже явно видно улучшение, тут уже без вариантов. Девочка моя красавица, моя умница, да? Оп. Секунду. Нет, она сейчас не будет так стоять. Был момент такой. Стоит, убирай руку. Резко убирай руку. Стоит. Она стоит. Она стоит. Стоит. Ты ж моя умничка. Ты ж моя девочка. Класс. Ты моя... Стоит. Ты моя ну все. Блин. Мою девочку. Все, отлично. Собачать. То есть сперва она к коту двигается, так я понимаю. Так, ставим лапки, постоим чуть-чуть. Вот так, хорошо. Ну, пол еще скользкий. Ну, пока. Ну, уже какое-то движение лапами она пытается вперед-назад делать, уже хорошо. Я так думаю... То есть уже как-то работает? Да, лапы двигаются, то есть она... Не просто их волочит, ну, а уже какие-то попытки двигать лапками есть. То есть тонус мышечный уже начинает присутствовать. Да. А сейчас мы подойдем к кошке, так вообще она может даже стоять. Да, побежали. Пойдем. Да, лапки уже по чуть-чуть она старается ими двигать. Где-то упирается, где-то еще... На лыжах пытается кататься, но уже, во всяком случае, упирается, движения какие-то пробует делать. Я стараюсь, ну, как бы сильно ее не держать. То есть она... Ну, это уже хорошо, это уже отлично. Куда Соня пошла? Пойдем. Сонечка, иди ко мне. Соня, иди скорее сюда. Ай, ты умница, молодец, иди скорее. Куда? Пока не... Сегодня процедуры наши закончены. Мы пойдем домой. Во, Соня едет в боксик свой, палата номер 5. Вот так. Все, Соня, на сегодня отдыхать. Пока-пока. Пока. До новых встреч. До завтра. Всем пока. Сладкий. Ну все, отлично. Это Сонина квартирка под номером 5. Здесь написано ее в личной карточке. Соня. Такса. Здесь это ее личная карточка. Все, Соня. На сегодня хорош.